мы, как и многие субъекты Российской Федерации, готовы к приему вынужденных переселенцев. Их с полным основанием можно назвать нашими братьями и сестрами, помочь в трудную минуту. Губернатор дал по этому поводу исчерпывающие поручения. Сегодня по как раз его поручению заработала рабочая группа по подготовке к возможному приему этих людей. Мы прекрасно понимаем, что это будут в основном дети, это будут в основном женщины, это будут люди пожилого возраста. Соответственно, сегодня к этому привлечены и Министерство социальной политики, Министерство образования, ну и особый разговор о Министерстве здравоохранения. Хочу поблагодарить наших активных граждан, которые не только уже сейчас выразили готовность сдавать какие-то вещи, но многие заявили даже о готовности принятия знакомых, родных. Они будут обеспечены всей необходимой медицинской помощью, особое внимание санитарной безопасности, потому что в случае прибытия на территорию области, конечно, все они будут специально обследованы. Учебные заведения области готовы первоначально организовать дистанционное обучение, вот как раз на период обследований, а потом и прямое обучение всех тех, кто в этом будет нуждаться. Если будут люди с ограничениями в здоровье, какие-то ограничения, связанные с передвижением, то Министерство социальной политики специально для них готовит места. А так же, как если будут приезжать организованные коллективы детских домов, мы будем готовы их принимать. Поэтому сейчас очень большая работа всеми ведомствами делается, и Управление внутренних дел, и Национальной гвардии, конечно, Министерством общественной безопасности, для того, чтобы мы смогли вот организованно и достаточно качественно этих людей, попавших, к сожалению, в беду, принять здесь у себя.